happy, sit, sit, good boy. Archie, high five, good boy. Archie, lay, lay, no, lay. Лучше собаки даже выполняют. Может, он наполовину собака. Archie, sit. Archie, sit. Офигеть. Ну, прямо чистые команды выполняют, прям как положено. А как ты научил так? Archie, Archie, up, 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 Archie, up, up, good boy. А на стуле ляжет он? Archie, lay, 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 no, lay, lay, lay. Пошел, не поленился на землю лег. Сегодня я работаю на базе, первый день после отдыха дома. Сейчас небольшой перерыв, жажа. 27 в тени. Я вам сейчас покажу один аппарат. Почему я раздетый, комары листают, а на меня не садятся вообще. Вообще вот в этой округе сейчас комаров нет. Они вот там по лесу, сюда, вот сюда подлетают, вот к этому аппарату, смотрите. Вот если видно, видите, роятся. Видите? И все лезут туда. Короче, вот тут пропан, газ-пропан. Сюда вкладывается таблетка. И вот сюда комары прямо по-наглому лезут изо всех сил. Со всей округи собираются и лезут сюда. Значит, этот аппарат выделяет тепло, углекислый газ и запах человеческого тела, ну, животного. То есть все три составляющие, на которые падки и комары. И вот здесь вот они собираются вот в этой емкости внутри там уже. Вот отсюда они попадают и засасывают, во-первых, да, они подлетают и засасывают. И вот через 2-3 дня в этой округе вся популяция комаров исчезнет, они не смогут возобновляться, они живут, по-моему, пару недель всего. Вот такой мощный аппарат. Он практически бесшумно работает, и там уже не одна сотня комаров. Я вот тут хожу, вот хожу спокойно, да, под вечер, сейчас и должно море тут быть. Ни одного комара вообще. Все рванули туда. Все туда рванули. А мы, значит, это... Сегодня я уже начал настилать доски на крышу. Во. Вот, доски настилаются. Ну, потом будут обрезаться, естественно. У нас их где-то штук 30-35. Вот эту часть мы почти накроем. Почти, не хватит немножко. А завтра поедем докупать. Вот. Вот таким образом у нас идет работа. Гвозди, скру, все у нас есть. Вот, купили кучу разных удлинителей, вся у нас аппаратура теперь подключена по местам, вот, все подключено, и это даже пила отдельно, вот, разводка, это пила, все, и даже аппарат, все подключено с одной розетки, вот так вот, с двух точнее. Ну, также, видите название, 911 Tactical Series, узнаете, да? Эту фирму, и, соответственно, вот такое у меня вооружение с оптическим прицелом, видите, винтовочка. Но сегодня стрелять не будем, а может быть завтра. Завтра, может, постреляем. А вообще я ее возьму на ранчо, вот, и там сделаю себе охоту. На объекте база вовсю кипят работы, видите, идут подкраски углов. Вот сегодня частичная работа была с крышей. Произведена обрезка по размеру крыши, углы обрабатываются.
грунтом. Но так как подозрительные тучки и вроде бы возможен дождь, то мы крышу не открываем. И рубероид сегодня настилаться, я думаю, не будет. Пока производим работы по внешнему периметру. Там еще нужно будет всякие планочки поставить. Вот. Эти белые доски мы нарастили на старые. Они разного размера, но пазы у нас подошли. Поэтому все четко. 2 недели назад вот здесь вот навозная куча. Ну, перегной точнее. Я его сюда смешал с землей и набросал семена. Как-то присыпал там то да сё. Вот это было семена картошки. Смотрите, что творится, как она выросла. Никто не поливал вообще. 2 недели тут никто ничего. Даже это, смотрите, листики сочные. Лук уже вот, уже обрезали, уже ели вчера. А здесь я, по-моему, огурцы сажал, еще что-то. И, может, какую-нибудь петрушку, не знаю. Но тоже вот пошли какие-то всходы, пошли. Вот. Ну, первая выросла картошка, потом лук. И вот тут еще 2 вида каких-то, я уж не помню. В общем, растет все как на дрожжах. Дело в том, что здесь достаточно темное место и влажное. Вот. Почти каждый вечер, вот тут туман, тут низина. Очень густой туман. И утром все мокроватое такое. Хоть день может быть жаркий, но утром все мокроватое. Поэтому идеальная погода для травы. Вот ее тут никто не поливает. Никто не поливает. Видите? Ее не успеваешь... И не успевает подстригать. Вот она прет прямо бешеным таким этим слоем. Вот для зелени тут идеальное место. Но комары, вот только подходишь к кустам, вот сюда к кустам подходишь, и там комары. Здесь их нет, потому что у нас сейчас работает аппарат, который их это засасывает, заманивает, точнее, засасывает. Время 9 час, трудовой день закончился 30 минут назад. В общем, мы отработали где-то 10 часов. Ну, делали перерыв на обед. Сейчас у нас ужин, барбекю. Вот, барбекю. Очень. Мой напарник просто так это шикарно сделал, этот самый гриль, что просто пальчики оближешь. Вот. Ну, я, соответственно, запиваю 7,5. Софьеро, оригинал, с 1887 года, шведское пиво. Привезли, надеюсь, последнюю партию материалов. Вот такую кучу материалов привезли. Во. Сейчас разгрузим и начнем дальше стучать. Время 3 часа дня, 28 градусов. Правда, появились облачка, периодически солнце закрывает, но все равно в тени 28. Пиво из холодильника. Хочешь бутерброд? Не, я уже съел один. Есть не хочу уже. Теперь до вечера спокойно. Фу. Так, мой ученик работает в поте лица. Я его обучил полностью, видите, четко забивать гвозди. Гвоздь даже не гнется. Вот, а я тут это расслабляюсь. Крыша у нас практически закончена. Я могу расслабиться. Здесь мы вот уже край обрезали. Сейчас он добьет еще 5 досок. Вон там и край обрежем. Обрежем. И на сегодня, в принципе, вот это достаточно большая работа. Закончена. Комаров нет. У нас вон там, вон видите, вон там такой зелененький аппаратик на алтане стоит. Вон такой вот, зелененький, да? Вот этот аппарат стоит около 8000 крон, 800 евро, да? Он работает 2 сутки, и вот сейчас на 2 сутки, уже вчера комары исчезли, а сейчас вообще их нет. Вот я работаю, видите, раздетый совершенно. Если отойти вон туда, вон за солнечной батареей, там комаров море, особенно вон там, в лесу. А вот здесь, в этой нашей округе, все, комаров нет. Они все вон там, тысячи, десятки тысяч комаров, засосаны в этот крутой американский аппарат. Американское изобретение, да, я уже рассказывал про него. Вот.
стажер тут конкретно прям работает, очень четко работает, смотрите, ни один гвоздь не загнут, все, все щели очень-очень грамотно прижаты, супер-пупер. Вот и осталось нам раз, два, три, четыре, пять, шесть, ну, шесть или семь досок. Фу, наконец-то мы добили крышу, ну, добили чисто это, распонтом покрыли ее это снаружи. И следующий этап будет рубероид, два слоя. Первый будет underpap, начальный слой, и второй будет utepap. Ну вот, смотрите, вот наша крыша. Сосновые хорошие такие просушенные досочки. Вот мощные, мощно пробили гвоздями, все по всем инструкциям. Погода просто супер, комаров вообще нет, у нас этот аппарат, он работает вторые сутки. Комаров близко, вот на этой территории нету. Просто одно удовольствие работать. Во, я совершенно раздетый. Ни одного комара, видите, нет. Вон там в лесу, где-то они еще могут быть. Метрах 20. А тут все чисто, чисто. Красота. Смотрите, какая погода. Завтра будет то же самое. Сейчас 27 градусов тепла. А время где-то 7 или 8, я даже не знаю точно. Не смотрел еще. Вот этой машиной постригли траву. Это у нас на бензине. У нас две таких на бензине. Вот. Напарник тут наводит порядок. Ну все, сейчас я эту самую... Мы сейчас вот этой пилой прошлись по канту. Этот кант и этот кант подрезали как надо на нужную нам длину. И все. Следующий заезд мы покрываем папом. Ну, то есть рубероидом два слоя. И снизу там проводятся различные дополнительные работы. Пришли материалы для строительства Utepap, который я начну в ближайшем будущем. Вот. Фирма все привезла. Вот это в общей сложности весит 1406 килограмм. Брутто. Это вместе с упаковкой. Ну, минус килограмм 100 на упаковку, значит 1300 килограмм весит нетто. Вот такие раздвижные двери стеклянные. Здесь у нас клееный брус, по идее. Или здесь, вот здесь, вот здесь клееный брус. Я чувствую по массе. Самая тяжелая вещь. Вот фирма Вилла Абгарден. Вот. Это мне предстоит строить из этого материала. Не знаю, как буду строить, правда. Надо еще посмотреть инструкцию. Должна быть большущая инструкция, как это все строится. Вот такие дела. Целый день дурака валял. Ну, сидел, фильмы смотрел в тенечке. 29 в тени было. Просто выходишь на солнце, невозможно работать. Сразу это апатия, руки, ноги становятся ватные. Ну и посидел, а вот сейчас к вечеру, сейчас 27, вот солнце уже заходящее, 27. Ну как бы все равно жарко, но нет палящего солнца, поэтому. Вот сейчас я работал часа 3, в общем-то все сделал. Сейчас соберу инструмент и все. Материал у меня кончился, немножко еще осталось доделать. Сейчас покажу. Ну, Алтан готов уже к строительству этого Utepap. И застилки остальной площади фактически полностью. Единственный небольшой кусочек, материала не хватило просто. Я даже сегодня добил. Вот Алтан, вот в этой части, она усиленная. Будет большущая комната дополнительная. Здесь я сегодня добил. Там, по идее, будет лестница, видимо. Но там будет уже по ходу дела. Вот здесь не хватило материала. О, вот этот уголок закончить. Офигня. Остальное все. Супер-пупер. Фу. Все. Завтра еду домой отдыхать пару дней. И в четверг уже на объект базы. Мне позвонили. Обрисовали, точнее, план работ.
Вот, я дома еще посчитаю материалы, туда все и вперед. Сегодня я стал покрывать крышу первым слоем рубероида. Это так называемый underpap. Это первый слой более тонкий, а пойдет потом более толстый уже внешний основной слой. Вот, то есть два слоя рубероида будет. Сейчас покажу, что мы сделали. Итак, покрыта половина крыши. Видите, половина крыши, да? Не хватило материала просто. Я брал в обрез, чтобы прикинуть, сколько это будет, чтобы у нас никаких излишков не оставлялось. Вот. Это было два рулона. Вот видите, чуть больше половины, и там окантовочка. Вот. Ну, по шведской технологии, ну, есть разные технологии, но в части одна из, это значит, около 30 сантиметров такая полоска прибивается сначала этими специальными гвоздями PAP-Speak 20 миллиметров, да, длиной, и потом вот металлический такой вот откос, да, как по-русски, не знаю, называется, тоже PAP-Speak'ами, на него сверху, чтобы вода стекала, и здесь, значит, трикант лист треугольный, и к нему вот бреда доска такая боковая, вот, и потом начинает настилаться первый слой поверх этого, да. Вот, сейчас покажу, как этот первый слой выглядит. Вот так он накрывается сверху. Видите, почти до конца. Патрикант лист огибает сюда, и потом вот сюда заворачиваться будет. Заворачиваться, там ровно обрезаться. И тут еще будет доска прижимать это дело сюда. Вот. Ну, срез вот такой, когда первый лист кончился. Не до конца, значит, делается вот так вот под углом, чтобы вода стекала вдоль и не затекала сюда. Но здесь все проклеено, тут мощно проклеено, все проклеено. Головок гвоздей, видите, наружу нет нигде. Вот здесь они по бокам прибиты, приклеены, но здесь будет, как сказать, доска с металлическим этим водоотбойником, или как называется. В общем, здесь будет закрываться, да, и вода будет ли туда стекать, или вот сюда будет стекать, и вниз. Завтра поедем докупать этот underpap. Фу. И гвозди. Ну, вот так на сегодня. Вот такой стандартный, типично шведский способ, самый дешевый способ покрытия крыши. Вот. В случае необходимости всегда можно потом будет настелить сюда или черепицу, или железную, или профиль, ну все что угодно, да. Это уже будет хорошей основой от дождя. Вот. Ну, края мы тут загрунтовали все. Это не обязательно, но все равно. Раз делать, как бы сказать. То есть народу у нас тут хватает, и кто-то красил, кто-то там электрику сейчас проводил внутри дома, я по крыше лазил. Ну, где-то вот так. Тут наводили порядок. Вот. Дрова рассортировали. Мусор. Видите, сколько мусора. Это вот то, что мы разбирали крышу и верхнюю часть стен. И то это не все. И сейчас все заменено на новые материалы. Все новое. Абсолютно все новое. Новье. Вот так это выглядит. Ну а потом, там еще крыша не протекает, но займемся перестилкой той крыши, обновим. Вечер прекрасный, но все, у меня материал кончился, теперь завтра докупать и дальше работать. Сейчас лезу, что-нибудь другое буду делать. Вот эта часть крыши уже, видите, покрыта.
рубероидом, два слоя. Вот этот такой, видите, крупной зернистой каменной крошкой. Ну, проклеены стыки. Ни одного гвоздя, видите, ни одного гвоздя нет. Гвозди только идут по самому здесь вот коньку. По коньку вот этому, который будет накрываться уже специально этими водоотражателями металлическими. Вот. А здесь еще вот ундерпап. Видите, вот, вот это место. И я начал начинать всегда уже с конца крыши, и ведем постепенно вверх. И первый, и второй слой. Постепенно вверх, они вверху сходятся. И сверху накрываются нахлёст один на другой, так, чтобы гвоздей не оставалось. Принцип такой, что вот на этом покажу. Вот второй лист. Видите, второй лист ушел с нахлёстом на первый лист. Вот здесь под ним гвоздики. Вот так же гвоздики на первом листе. Вот. Очерчивается, видите, желтая полоса. 8 сантиметров, и прибивается на глаз гвоздики в таком шахматном порядке, змейкой. Значит, принцип такой, что вот это расстояние 120, вот это расстояние 60. Я на глаз делаю, у меня глаз набит. Вот, здесь расстояние не ближе 2 сантиметров, и здесь не ближе 2 от края, да, от края не меньше 2, не меньше 2 сантиметров. Итак, 120, 60, 120, 60, и пошло. Вот, желтая полоса рисуется для того, чтобы я здесь потом наношу клистер лопаткой, ну этот клей, короче, асфальтный, да, и второй слой с нахлестом укладывается сюда, вот как раз по эту линию. Вот. Также и здесь подошел этот слой, потом все это будет накрыто, ни одного гвоздя видно не будет. Вот. Почему я тут рисую 8 сантиметров, и вот у меня баночка с жидким этим асфальтом, да, клеем специальным. Потому что это basic, это самый простой вариант, ну самый дешевый вариант, короче, этой самой рубероида. Более дорогой, который в два раза дороже, намного дороже, да. У него здесь уже нанесена на 8 сантиметров, нанесен клей заводской, да. Отдирается только пленочка, и прямо, хоп, наложила, готово. То есть быстро, эффективно, как бы, но это в два раза дороже. Это в два раза дешевле, здесь нужно дополнительно провести линию самостоятельно, да. Вот, дополнительно нанести клей, это занимает время. Вот, занимает время, но зато, смотрите, это свежайший клей, да, я его ношу прямо от души, да, чтобы не вообще стыки были намертво. Видите, намертво они тут заклеены, вот, намертво все. Видите, даже выступает. А в заводском будет очень-очень тонкий слой, если они уже, эти рулоны старые, да, то и клей будет уже не такой. Его придется дополнительно все равно проклеивать уже свежим. Вот, так что это вариант лучше. Это и дешевле, чуть дольше по времени, но более эффективно и надежно. Вот сейчас будет у меня внахлёст сюда полоса, и потом внахлёст сюда, и вот сюда внахлёст. И все. И на этом крыша. Покрытие крыши готово. Вчера сделали обновление ложи. Промазали специальным маслом для алтана. От гниения, от разных этих вредных воздействий. Ну и все, доски стали выглядеть как новые. Практически новые. А выглядели вот так, вот такого цвета были. А сейчас вот такие вот. Дальше будет покраска. Тут уже зачистили все. Маслом промазали, грунт маслом. И это будет все серого цвета. Утро, 10 утра, последний сегодня день рабочий у нас. Завтракаем, я вон скрываю вот эту крышу и продолжаю набивать второй слой рубероида. К нам приехал профессиональный пильщик. Сейчас он за 500 крон спилит вот эту сосну здоровенную. Так, чтобы она не упала на алтан, на дом. Тут алтан, а вот уже прямо сразу дом. Вот, он будет, мы сейчас решили вон туда, в ту сторону. Посмотрим. Значит, чувак специальный упор ставит. Видите, у него вся экипировка. Один работает, я думал, напарник будет. Очень хорошая профессиональная пила. И вот сейчас он... Забацает.
Я. Что? Так. Самый опасный момент, когда она завалится. Опа. Вот это профессиональная работа. Видели? 5 минут. Бро. Спросил, хотите, я тем меньше сделаю. Это бесплатно, входит стоимость. Мы говорим, да. Опа, 2 минуты. Какие 2 минуты? 30 секунд, и пня нет. Ну, заодно решили еще вот эту березу спилить. Она тут как-то не в кассу на фоне таких красивых сосен. Сейчас она тоже аннулирует. Кусаешься, я же тебя глажу. Зубы острые, прям как этот кошарез. Нельзя кусаться, тебя же гладит, тебе же нравится. Урчит, жмурится, а это покусывает. Это, наверное, от этого удовольствия покусывает. Извращенец он, да?